Друзья, всем привет! На днях я опубликовал анонс о том, что набираю новую группу в фотошколу, и многие уже откликнулись. До 10 марта продлится набор. Два места еще осталось, которые вы можете занять. Фотошкола Visit MD – это школа, куда человек приходит с нуля, ничего не зная о фотографиях, и выходит коммерческим фотографом, да, который может работать уже профессионально, за деньги, который знает уже фотостудию, который знает, как снимать репортажи и фотографирует творческие фотосессии. Мы на нашем фотокурсе проходим все необходимое для творческой работы, композицию, свет. Мы работаем с фотостудией, мы также работаем и в ночное время, со штативом, без, со вспышкой, без. Мы очень хорошо изучаем фотоаппарат досконально, зеркальный или беззеркальный фотоаппарат профессиональный. А также мы рассматриваем камеру на телефоне, как тоже камеру, на которой мы можем делать какой-то контент. Разбираем детально, из чего состоит камера в телефоне и как на нее делать тоже качественные, классные кадры. Конечно же, в этом курсе мы проходим также и постобработку в фотошопе, в лайтруме и в других приложениях, в которых можно обрабатывать как на компьютере, так и на телефоне. Этот курс будет интересен всем, кто занимается творчеством, тем, кто хочет фотографировать, или тем, кто занимается рекламой, или кто хочет персонально заниматься рекламой. Курс очень полезный, стоимость курса пока еще не высока, поэтому, пожалуйста, два места еще есть, записывайтесь. Все данные пишите мне в личку или звоните на телефон. Те, кто уже записался, дорогие мои будущие коллеги-фотографы, мы 10 марта уже встречаемся в нашей фотостудии. Подробные детали о первой встрече я вам уже напишу лично сообщением. Всем пока! Хорошего дня, друзья!